Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальный количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра, не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Добро пожаловать в нашу новую серию. Что мы будем делать? Я приготовил уже 3 блока, ребята. Я уже их приготовил. Я уже даже приготовил Мью. Видите, что у меня уже Мью стоит вот тут, в нижней строчке. Я не знаю, ребята, честное слово. Я не знаю, идем ли мы создавать Мьюту или нет. Ладно. Так. У нас есть только одна возможность, одна попытка. Если мы ее зафейлим, нам придется с Мьюту также делать, наверное, как с Райквазой. Просто взять, удалить мастербол и выдать себе Райквазу. Но было бы круто, если бы у нас реально получился стандарт на Мьюту. И если бы я даже некоторым показал, научил, как же его создавать. Какая же правильная комбинация. Немногие писали комбинацию, да, там, мол, 3 алмазных блока, 3 железных, 3 золотых, там, 2 золотых, 1 алмазный, 2 алмазных, 1 железный. Короче, различные комбинации, но не факт, что они верные. То есть, человек может спонтанно назвать любую комбинацию и сказать, что она верная. Поэтому я не знаю, ребят. Ладно, первый у нас идет золотой блок. В предыдущем сезоне у нас шел золотой, железный, алмазный. Но почему-то мне сейчас подсказывает, что нужно алмазный ставить. Я не знаю, просто у меня чутье такое, что нужно алмазный ставить. Ладно, короче, все. Не будем париться. Я не знаю, кто у нас там сзади получится. Может Мью, может Мьюту. Может Дито, а может Мьюту. Почему-то у меня такое ощущение, что будет Дито. Ладно, на счет 3, ребята, оборачиваемся. Мьюту! Даже не нужно оборачиваться, потому что на карте нам показала, вот. О! Я угадал, ребята. Золотой, алмазный, железный. Может, там есть какой-то шанс, какой-то рандом, то, что заспавнится Дито, и то, что заспавнится Мьюту, да? Но, ребята, мы угадали. В предыдущем сезоне как же мы делали? Золотой, железный, алмазный. Сейчас золотой, алмазный, железный. То есть что-то там наоборот. Поэтому, ребята, смотрите, смотрите как. Да. То есть я, знаете, такой 1, 2, 3. Все, мы оборачиваемся. Но смотрю на карту, и там у нас появился Мьюту. Круто, ребята, круто. Да пофиг, все, мы ловим уже Мьюту, уже пофиг, ребята. Честное слово. Наконец-то. Да, у нас есть Мьюту, ребята. Замечательно. Машинка поломалась, потому что как бы Мьюту вылез отсюда, да? Да, ребята, мы сделали это. С первой попытки мы сделали себе Мьюту. Вот он. Я даже сейчас себе его сюда возьму. Возьму и покажу. Какие у него атаки? Ну, атаки не очень, если честно. Но ладно, пускай будет. Может нам с Мьюту сейчас бегать? То есть... Последние серии может нам с Мьюту, ребята, реально побегать? Как думаете? Как думаете, хорош ли эта идея или нет? Я не знаю, можно ли на него все атаки изучить? То есть... Сладжбом, Энерджибол. Давайте Энерджибол ему попробуем изучить. Ютурн, Иксайзер давайте попробуем изучить. Тандер, Волтсвич, Тандер Вейл, Вейв... Хрен его знает, честно, ребята. Тандербол, давайте попробуем. Попробуем изучить ему вот эти атаки. Это нельзя. Это можно. Энерджибол тоже можно. Сойдет. Сойдет, ребята.
Последние серии, ребята, последние серии этого сезона. Зачем мы будем дальше продолжать бегать с Драгонайтом, если мы можем себе взять Мьюту, раз мы его уже заспавнили, раз у нас вообще получилось его сделать, ребята. Это круто. И Драгонайта уже, в принципе, даже можно переложить, где он. Вот, Драгонайт. Давайте сюда его положим вместо этого яичка. Замечательно, ребята. Фух. На одну проблему, ну не то что на одну проблему, на одно задание нам меньше осталось, ребята. Мьюту мы сделали. Замечательно. У нас есть 20 нахрен Блисси в этой серии. И мы постараемся прокачать как можно больше покемонов. Во-первых, давайте я перед тем, как что-то сделаю, у нас есть Кинг. Да, вот он, 35 уровень. Но нам нужно его удалить и выдать себе Шайни. Шайни Кинга, потому что... Я вот это, ребята, забыл. Так, сейчас. Я вот это забыл. Да твою мать, а почему я не могу нормально толком написать? Слов. King Shiny Level 35. Вот сейчас нормально, потому что он у нас Shiny должен быть. О, еще и больше получился, поэтому еще лучше. Так, замечательно. 20 вещей, ребята. Уже можно вот эти все лофболы выкидывать, они нам уже нафиг не нужны. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 вещей мы выкинули. В этой серии нам предстоит убить целых 20 Блисси. И начнем мы, наверное, давайте с Кинга. И как раз проэкспериментируем Мьюту. Ну, конечно, не прям то, что бы хотелось, но все же. Так, 19. Да, ребята, у нас правила запрещают... запрещено прокачиваться с помощью легенд. Но, ребята, тут уже, знаете, то есть... Тут уже финальные серии, поэтому... Если мы сделали Мьюту, зачем она будет лежать нафиг? Он, да? Или пола нету? Нет, у Мьюту нету пола вот тут. Будем он или она называть. Или он, Мьюту, он. Да, давайте пускай будет он. Тут уже осталось пару серий. И зачем, в принципе, он тогда вообще будет пролеживаться у нас в компьютере, если мы просто-напросто можем взять и его использовать. И даже не то, что использовать. 18-17. Даже не то, что использовать, а просто чтобы показать, что это такое, что это за Мьюту, да, потому что... Зачем мы его тогда делали, если у нас будет лежать в компьютере, и мы его даже не покажем, да, что это? Поэтому, ребята, не вижу большого смысла. Так, дальше у нас идет Манчлакс. Сколько у нас осталось? 16 Блисси. Одного покемона мы уже прокачали. Манчлакса мы, наверное, тоже прокачаем. Он первый уровень, ребята, смотрите. Какой он сейчас будет? 10, 11, 12, 15. Сейчас посмотрим, каким он будет. Около 28 уровня. Угадал нафиг, 28 уровень. Ну, может. Ну, я думал, что к 30 уровню он где-то так дойдет. И практически он так и дошел до 30 уровня. Так. 16-15 осталось. Сколько у него уже счастья? У него уже 205. То есть, ребята, смотрите, он уже сейчас эволюционирует. Эволюционирует в Снорлакса. Вот прям сейчас. Опа. Да, эволюция. Фух. Кинга мы выложим, мы создали Мьюту, мы еще выложим и Снорлакса, ребята, в этой серии мы вообще двух покемонов выложим. У нас еще, конечно, Клефа осталось, вот Клефа, если честно, займет еще несколько серий, как я думаю. Мне кажется, Клефа еще займет несколько серий, то есть к 135 мы, наверное, и закончим. Да, ребята, готовьтесь, на 135 серии мы заканчиваем сезон. Мы уже определились, 135 серия, финальная серия этого сезона. Готовьтесь, ребята. Тут осталось еще практически 5 серий. 135-я финальная, ребята. Готовьтесь к этому. Готовьтесь. Фух. Знаете что? Так, сейчас. Знаете что, ребята? Раз там нету нормальных Блисси, то знаете, что мы сделаем? Давайте мы сделаем какой-то марафончик. Мы будем далеко сейчас бежать для того, чтобы как можно быстрее треснуло яйцо. Потому что вот это яйцо, если честно, мне кажется, что оно еще будет, ну, нормально так трескаться. Поэтому, ребята, давайте как можно быстрее пробежим. Так,
Точнее, как можно больше. Давайте отсюда. А давайте просто-напросто вот так напрямик полетим. Сколько тут у нас? 370. У нас еще осталось 14 блисси и вот это 370. Давайте посмотрим, сколько нужно, чтобы яйцо треснуло. Побежали. Побежали просто напрямик. То есть будем бежать прямо. Если там, конечно, не будет гор, как я уже, например, вижу, или что это там. Ну, в принципе, посмотрим, да, 370, сколько вообще нужно, потому что, ну, как видите, то, что, давайте, ну, в принципе, нам и оббегать вот это все нужно, то, что Клефа еще будет долго так появляться, потому что, ну, сколько там нужно, ну, мы, ну, занимает около так 3-4 серий для того, чтобы вылупился нужный тебе покемон, вроде около стольких серий. То есть 3-4 серии нужно, чтобы треснуло яйцо, ребята. Поэтому сейчас нужно как можно больше бегать. Да, было бы круто, если бы у нас, например, там было зелье скорости. Или если бы там, например, бы сделали себе ботиночки скоростные, да, с мода. Ну, как бы с самого мода, чтобы там у нас босс, ну пофиг. Чтобы быстрее мы передвигались. Но это такое уже, ребята. Всегда есть шанс, но мне кажется, что он не подействует, и все же нам в последней 135 серии этого сезона нам нужно будет выдавать себе Рейквазу. И да, ребята, смотрите, у нас уже яйцо треснуло. Оно уже чуть-чуть треснуло. Хоть я уже не считаю, сколько мы пробежали, но все же. Как-то, знаете, пофиг, если честно. То есть мы тут еще немного сейчас побегаем, да, посмотрим. Не, ребят, это вряд ли, если честно, то, что Райкваза спавнится. А знаете что? В следующей серии или в последней я что-то попробую, ребята. Честное слово, я что-то попробую. Если еще даже так Райкваза не заспавнится, то мы уже тогда просто-напросто себе выдадим, да и все. Но яичко у нас уже треснуло, ребята. Яичко у нас уже треснуло. Это круто. То, что в этой серии мы уже двух покемонов выложим. Уже Кинга и Снорлакса. Ну, ему еще, конечно, 8 уровней осталось, но, в принципе, это не так уж и много. Мистеру Майму 18. Может, мы еще даже успеем, и может, мы даже еще его выложим. Ну, посмотрим, ребята. Но все же готовьтесь, то, что на 135 серии у нас уже конец сезона, ребята. Готовьтесь. Готовьтесь к этому. Так, сейчас, а дайте-ка я посчитаю, ребята. Вот сейчас, в принципе, да, в принципе, тут уже пофиг. Тут мы даже уже успеем, наверное, к 133 серии закончить сезон. К 132, 133. Но мне, если честно, не хочется вот так заканчивать сезон посредине каких-то таких чисел. Мне хочется, например, там, четное число, там, 130 или 140 серия. Но к 140 серии нам больше нету смысла тянуть. Поэтому, наверное, на 135 мы и закончим. Давайте-ка мы посчитаем, сколько нам осталось, да? Это какая это 120-я серия? Дайте-ка мне секундочку заглянуть на календарь. Сегодня у нас 28 мая. Завтра у нас 29 мая. Это у нас будет... Нет. Сейчас, ребята, какая нафиг 135-я серия? О чем я вообще? 125-я, ребята. Если это 120-я серия, то мы закончим сезон на 125-й серии, ребята. Не на 135-й, а на 125-й. Это еще на 10 серий меньше. Я что-то поплыл, и я думал, что это 130-я серия. Это 120-я серия. Офигеть, ребята. А я как сейчас сижу и представляю, как вы вообще удивились, наверное, то, что я говорил. 135-я серия, вы так уже подумали. А, ну, 135-я серия, это еще около 15 серий. И, в принципе, полмесяца мы закончим сезон. Но нет, ребята. Это 5 серий у нас осталось. Это 5 дней, и мы, можно сказать, закончим сезон. Сегодня у нас 28 мая. Это у нас 120-я серия. 29 мая, 121-я, 122-я, 123-я. Короче, ребята, мы первые дни июня закончим этот сезон. То есть, смотрите. 1 июня у нас выходит новый сезон с тропикрафтом, с модом на еду и, наверное, с чем-то еще, с какими-то там дополнительными модами. Это во-первых. Во-вторых, ребята, наверное, Пикслимон у нас уже выйдет около 2-3 июня. Но хотя, чтобы мы начали
новый сезон Пиксельмона, нужно, чтобы на последней серии этого сезона, то есть чтобы на 125 серии этого сезона мы набрали 2000 лайков. Да, ребята, не кричите. В предыдущем сезоне, чтобы мы начали этот сезон, нам нужно было 800 лайков, но мы набрали около 1500 лайков. И я даже не успел отдохнуть нафиг ни пол недели, как вы уже от меня требовали новый сезон Пиксельмона, и, в принципе, имели на это право, потому что, как я сказал, мы набираем 800 лайков, выходит новый сезон. Как только мы наберем 800 лайков, выходит новый сезон. И я так думал, то есть Эдисон думал, будут они набирать 800 лайков нафиг полмесяца. Пум, набрали 800 лайков нафиг за один, за два дня, все. На Эдисона уже орут, да, мол, иди там, пили новый сезон, мы же набрали 800 лайков, даже не 800 лайков, там больше чем 1000, почему ты задерживаешь сезон? Но сейчас, ребята, 2000 лайков. Поэтому на 125 серии я хоть надеюсь, что я немного отдохну, там хоть неделю, две недели отдохну от Пиксельмона, пока будет набираться 2000 лайков. Потому что, ну, я согласен, 2000 лайков это много, но я на это, в принципе, в какой-то степени и не то что надеюсь, а рассчитываю то, что набор 2000 лайков у нас займет около хотя бы недели две, если вообще мы наберем 2000 лайков. Но за это время хотя бы мы немного отдохнем от Пиксельмона. Но если мы как-то каким-то образом опять наберем 2000 лайков нафиг за день, то я, ребята, я чукнусь, если честно, если мы наберем два куска лайков за пару дней, и вы опять от меня будете требовать новую серию, не новую серию, а новый сезон. Ребята, честно. Ладно, сколько у нас там еще осталось? Давайте как можно быстренько. У нас осталось 14 Блисси. 14 Блисси, это у нас там кто? Ну кто? А, знаете уже как-то, ребята. Джиглипет, тут уже пофиг, честно. Ух, нам еще Тирога нужно, нам еще Квилл Фиша нужно. Хотя я не знаю, есть ли у него вообще спавн. Если нет, то просто выдадим себе, да и все. Какой смысл уже затягивать, да? 14 Блисси осталось. 13 Блисси осталось. 13. Так, нужно записать. 13. Главное, не убей нас, пожалуйста, Блисси. 12. 12. 11. 11. Ну, не такие уж большие уровни сейчас поперли. 10. Ну, Снорлаксу еще два уровня. Давайте мы эти два уровня просто-напросто оставим и прокачаем их, например, где-то там на острове, да? Сейчас у нас идет Мистер Майм. 10 Блисси у нас еще осталось. 10 Блисси. Нужно постараться. 10. 9, да, уже? Так, сейчас, секундочку, ребята. 10, 9, 8 Блисси у нас уже осталось. 8, 7 Блисси у нас осталось. 6 Блисси у нас осталось. Нужно записать, чтобы не забыть. Ну и Мистеру Майму еще осталось тоже не так уж и много. Еще 4 уровня осталось. Так, лучше мы его потом вот так прокачаем. 6 Блисси осталось. Ну, Пуригоша, давай. Ты первый уровень. Сейчас мы посмотрим, каким ты сейчас станешь. Ну, около тоже 20-го, около так. За 6 Блисси мы, конечно, его не успеем докачать, но... Да тут, честно, пофиг уже, что изучать. 5 Блисси осталось. 4 Блисси осталось. Какие-то уровни такие не очень большие пошли. 4 Блисси осталось. 3 Блисси осталось. 2 Блисси осталось. Вот, 1 Блисси осталось. И сейчас как раз такой нормальный уровень. Ну, и допустим, да пофиг тут уже. И последняя Блисси, ребята, в этой серии. И сейчас, сколько у нас еще там времени? Ну, у нас еще пару минут есть, как раз ночь. Может, мы, ребята, даже успеем что-то прокачать. Если, конечно, это мы сделаем, то это будет очень круто. Квилл Фиш. Ага, уже написано. Замечательно. Вряд ли он спавнится, конечно, у меня есть такое ощущение, но все же. Да, если честно, 100% покедекса мы и так хрен заполним, потому что, ну... Честно, может, мы забыли какого-то одного-двух покемонов, или, например, этих покемонов вообще даже в моде нету, что-то в этом роде, да, то есть там Покедекс, в Покедексе есть куча покемонов, которые там есть знак вопроса, да, что это за покемон, но
Да что это за хрень? А, я промахнулся, наверное. Что это покемон? Что это за покемон? Да, но этих покемонов, если честно, вообще даже еще в мод не добавили. Поэтому, может, это может тоже считается. Поэтому вдруг это считается, а мы не сможем заполнить покедекс только из-за этого, да? Рассвет, ребята. Шанс, я говорю, шанс всегда есть. Какой-никакой, маленький шанс есть всегда, но... С Райквазой мне не кажется, что он будет нормально так действовать. Не, ребята, хоть он не ультимейт босс, но он в земле. Я не хочу сейчас рыться в землю. Лучше мы не будем тратить свое время, а просто-напросто пойдем еще сейчас парочку боссов... не боссов, а покемонов на острове успеем убить. Не, ребята, никто тут уже не заспавнится. Хрен Райкваза нам показывает в какой-то степени. Никто уже там в том биоме не будет спавниться, ребята. Я не знаю, когда они вот эту... Этот баг может исправить, или это прям, знаете, такое ощущение, что у Райквазы шанс спауна меньше, чем там в любого другого покемона. В принципе, наверное, это так и есть, ребята. Если у него вот, если она вот так спаунится, да? Больших уровней уже нету, как я сейчас замечаю, да? То есть 20 уровни, 30 уровни, это, в принципе, нам только продлит кач. Только его продлит, ребята. Тут тоже нету. Хрен его знает, куда нам идти. Нам нужно еще хотя бы прокачать один уровень по Ригуну, чтобы мы хотя бы имели одного покемона, которого мы... Нет, двух покемонов, которых мы сможем выложить в этой серии. Потому что мы уже Кинга можем выложить. Если еще прокачаем один уровень... Да с кем ты нахрен бьешься? Ага. Если мы прокачаем хотя бы еще один уровень по Ригуну, то мы, в принципе, и Порегона еще сможем выложить. Это уже два покемона. Это, в принципе, круто. Ну, мистеру Майму 4 уровня, ребят. Это слишком много, мне так кажется. Хотя, ну, смотрите. Мистер Майм. Мы уже Кинга можем выложить. Мы уже можем выложить Порегона. Снорлаксу тоже еще 2 уровня осталось. Мистеру Майму 3. Как думаете, ребята, сможем мы до конца этой серии прокачать еще вот этих покемонов? Мы, в принципе, сейчас постараемся, но я вам, ребята, не гарантирую вот это. Потому что вы сами видите то, что... Покемонов сейчас не так уж и много есть, и не так уж они и большие уровни. То есть 20 и 30 уровни, днем толком никто не спавнится на острове. Ну, в принципе, даже на вот этих небольших уровнях можно прокачаться, но это будет занимать очень много времени. Поэтому я не знаю, ребята. В принципе, чтобы не затягивать, давайте уже лучше на этом закончим. Мы пойдем сейчас быстренько домой. Выложим вот этих покемонов и посмотрим, кто у нас еще там, опа, Эконс. Кто у нас там еще, да пофиг уже, если честно. Кто у нас там еще есть, кого нам нужно прокачать? Опа, смотрите, ребят, еще яйцо треснуло. Оно уже практически уже потрескалось полностью. И мы уже, ну, наверное, уже скоро оно вылупится. Так, Порегон. Вместо Порегона мы берем Дитто. Да, вот Дитто еще нет, Порегона сюда. А вместо Снорлакса мы берем Майнуна. Снорлакса сюда. Считаем, сколько покемонов нам еще осталось прокачать. Дитто, Мистер Майм. Еще слов Кинга нужно выложить. Точно, ребята. А нет, не нужно. Просто я не того выложил. Слов Кинга мы выложили. Угу. Дитто, Мистер Майм, Снорлакс, Майнун. 4 покемона. Курсола. 5 покемонов. Все. Хотя нет, там еще есть Чурок и Квилиш. Квилфиш. 5-6. Нам осталось прокачать 7 покемонов к 40-му и 45-му уровню. И на это у нас есть 5 серий, чтобы прокачать 7 покемонов. Ребята. Мы в одной серии прокачаем по 2-3 покемона. В следующей серии мы также выложим уже сразу же Мистера Майма и Снорлакса, потому что им осталось по 2 уровня. Еще и Клефа, точно. Ну еще Клефа 8 покемонов, ладно. 8 покемонов там осталось прокачать. А вот те, что Шайни вы там видели, ребята, не обращайте внимания, мы просто потом-напросто их заменим, да и все. Ну, тут есть, конечно, еще вот такие покемоны, как, например, Ампфарос. Он должен быть 40-й, может, мы еще даже и их прокачаем, чтобы были, знаете, Ампфарос, Райчу. И вроде тут еще был кто-то один, который тоже вот такой уровень. Ну... Через Арда мы перекачали, нужно к 45-му.
Зоруарка к 40-му. Ну и больше тут нету никого. Ну, Свамперт это такой не считается, потому что он у нас был капитаном, так же, как сейчас и Драгунайт, там такой уровень. В принципе, 8 покемонов, и там еще можно парочку докачать, и у нас за, на это есть, ребята, 5 серий. Мы, конечно же, я так думаю, ну, 8 покемонов за 5 серий, и это, в принципе, нужно действительно прокачивать по одному, по 2 покемона. Лучше, конечно, по 2 покемона в одной серии, чтобы мы успели. Фух, ну да ладно, ребята. На этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Также не забываем писать в комментарии, вы знаете, что нужно писать. Ставьте свои лайки. Чем больше лайков наберем, тем быстрее мы закончим сезон. Может, еще быстрее, чем сейчас. И оставляйте свои комментарии. Буду прочитать каждый ваш комментарий. Я читаю каждый ваш комментарий и стараюсь ответить на каждый ваш комментарий, если он, конечно же, адекватный. Еще раз, ребята, скажу, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.